Доброе утро всем. Уже не утро, уже день. 11:30. Мы сегодня что-то заспались. Уже позавтракали, Артём пошел гулять. А я иду приводить себя в порядок. Страх Господний. Голову помыла вот этим шампунем. Profi Style, по-моему, так называется. Типа для объема. Посмотрите, какой будет у меня объем. 250 миллилитров здесь. Вот такой бренд. Никакущий. Брала на скидке его тоже. Больше не возьму. Такое, знаете. И выбросить. Пусть весь мир подождет, а мы будем делать альгинатную маску. Сделаем маску. Утром альгинат, на вечер сделаем органу. Беру такие весы модные. Включайтесь. Вот, включила. И буду взвешивать такую коробочку. Так, обнуляем. Обнуляем. Не обнуляется. И берем тест-драйв. Проходит вот этот альгинат с грибами шиитаки. Отбеливающая маска. От Weird Life. Натуральная косметика. Сейчас будем взвешивать. Взвешиваем, девчонки. Я беру 20 грамм. Так. В прошлый раз у нас была упаковка на 25 грамм. Этого было много. В этот раз мы взяли вот. Видно, 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 не видно. 22 грамма, 28 миллиграмм. Вот такая масочка. Сейчас будем колдовенить ее водичкой. Перемешиваю маску. Вот она такая беленькая. Надо хорошо-хорошо перемешать альгинат. Я уже беру на глаз. Знаете, я уже такой мастер. У меня рука набита. В однородную кашицу перемешиваем. И моей дежурной кисточкой будем быстро наносить. Ой, надо было зеркало, наверное, взять. Возьму зеркало. Буду смотреть в зеркало. О, девчонки, накапает. Ничего страшного, правда? Вот так. Ну, понимаете, ее ж надо наносить лежа, а не так, как мы. Надо ложиться и возюкать ее быстренько-быстренько на себя. Сейчас буду заклеивать рот. И все равно я смотрю, я ее опять много взяла. Еще меньше надо брать. И очень много получается. Еще останется целая куча. Буду на шею наносить. Очень холодная. Очень. Это маска отбеливающая. С грибами шиитаки. Сейчас меня муж скажет, вот и чокнуто, вот уже не знаешь, что на себя намазать. Скажу, да, и такая. Сейчас, девочки, я ее наквецию, да, и пойду ложусь. Что ж, она ж будет обвисать у меня на лице, на нашей морде лица. Видно вам? Беленькая такая. Все, я заклеиваю рот, вы меня поймете. Потом к вам вернусь, когда высохнет. Угу.
Представляете, заклеила мне рот. Что хочу сказать, эта маска сохла, подсыхала дольше, чем та от Beauty Derm. Снимается маска обязательно снизу и вверх. В этот раз я не наносила никакие сыворотки, но она такая глянцевая, смотрите, какая красивая, без комочков. Никакие сыворотки, ничего такого не наносила, потому что эта маска отбеливающая, я не хотела, чтобы что-то там, другие вещества, компоненты мешали. Я как краса, да? Вот. Остатки маски можно смыть водой или вашим ухаживающим тоником. Да, сохла она подольше, чем от Beauty Derm. Сейчас я буду ее смывать и к вам вернусь. Масочку сняли. Ну, прям отбеливающего эффекта от первого раза я, конечно, не заметила. Хотя, мне кажется, лицо немножко стало светлее. Ну, то, что я вытирала ее тоником, знаете, немножко такое покраснение. Ну, это не от маски, это я так драила. Так, маску мы снимали тоником остатки. Вот таким. От Vitex. Хочу его уже использовать до конца. Вот эту масочку мы выкидываем в мусорное ведро. Пластичное, хорошее. И наносим свой обычный уход. Невскую косметику хочу доиспользовать. Женьшеневый крем. Вот такой маленький пиптик. Хочу уже его добить и выбросить в пустые баночки. Вот так. Сейчас пойду к деду. Дед там размораживает холодильник. И хочет, чтобы я как татаро-монгольская ига на него налетела и разгребла. Ночной крем от Бишов. У них ночной, у нас дневной. Так как мы идем на улицу, мы берем питательный крем. Вот так. Сейчас, пока оденусь, соберусь, он впитается. Эти маски альгинатные надо делать, знаете, когда вы сами дома, никто вам не мешает. Вы себе красиво нанесли, пошли, легли и лежите. Но у меня получается так. Только я залепила рот, начинают звонить. Это просто в лучшем случае. Хорошо, что еще никто не пришел. Типа, Артём, мама, открой двери, бо у нас все закрыто там. Обычно так. Все, крем нанесли, маску использовали. Ее надо видно курсом, хотя бы через день, чтобы был какой-то эффект. Я альгинатную убрала целенаправленно, не увлажняющую, там никакую не успокаивающую, не по типу кожи, брала такую, чтобы с отбеливающим эффектом. Потому что увлажняющие, питательные, у меня есть такие разные обычные маски, поэтому я захотела именно
в сторону отбеливания, девчонки. Все, пошкребла я к деду. Пошкребла. Куда разбежалась? Надо себя еще в порядок привести, голову посушить. И стирка у меня уже закончилась. Надо развесить. Не, после маски лицо классное. Такое гладюсенькое, холодненькое. Очень приятный эффект. Но не сравнить с обычными масками. Альгинат есть альгинат. Здесь, конечно, такое освещение. Вот. Сейчас кожа успокоится, потому что я терла этим тоником, знаете, дисками. Ну, классно. Мне нравится. Показать вам, что на улице. Тут мои цветочки, цветочки. Греты где-то нет. Вот, на улице у нас, смотрите, еще осень продолжается. Ни снега, ни дождя. Красота. Красота полным ходом. Вот моя стоит дежурная сушка. Сейчас будем выкладывать стирку. Я такая страшная хозяйка с утра. Аж сама боюсь. Немножко навели марафет и пошли бомбить деда в холодильник. Иду к дедушке. Папа у меня тут рядом живет. 100 метров, и мы у деда. У них здесь гламурный дворик. Шашлык, машлык, клумбы, кусты. Вот пенечки. Пришла к деду. Деда тут Шанхай. А, что делается? Размораживает. Сейчас будем хэптиться. Так, один отсек мы помыли, складываем грибы мороженые, да? И грибы будут... Так у тебя получается целый отдел грибов. Да. Помыли еще один контейнер. Сейчас будем загружать снова. Для любопытства. Это морковка. Еще. Морковка цвет потеряла, выбросить. Да. Вот это я тоже не знаю, что. Тоже мусор. Нет, это не морковка. Смотри. Это что, брынец, еще? Вот морковка. Да, вот. Так, выброси вообще неизвестно что. Вот морковка. Я ее ложу в кулечек. Ее надо сверху выложить, чтобы ты ее использовал. Вот эту, да, да, замороженную. Да. Так, тут чеснок. И тут чеснок. Куча чеснока. Я в шоке. Еще один контейнер, самый маленький. Сейчас будем загружать. Третий, последний. Все, холодильник мы помыли. Перебрали всю морозильную камеру. Кое-что нагребла себе любимая. Дед сказал, забирай, буду варить холодец. Вот, сейчас он набирает воду в ведро. Я помою полы на кухне. И все, дедушка на огород, а я домой. Мы с дедом две хозяйки. Поубирали, помыли. Сейчас уже полы помыла, расставляю стулья. Боже, какая тяжесть. Покажу вам дедовые вазончики. Смотрите, какой алоэ. Тьфу-тьфу. Классный. Здоровый. Это такой топиарий я маме когда-то дарила. Топиарий остался, мамы уже нет. А это фикус. Тоже мой. Тоже дарила маме. Вот какой он красавчик вырос. Вид с окна. Вот такие дела. Против солнца не видно меня совсем. Это мы готовимся к продаже. Видите, что творится. Складываем талмуды дедовы. Освобождаем потихоньку. А-ля Советский Союз, ковры, дивандеки, все по-модному. Подостилала деду. Может, я пойду? Пап, я пойду. Или ждать тебя вместе выйдем? Идем вместе. Хорошо. Сейчас я выйду. Хозяйка, я тебя подожду. К
Ключи, телефон. Все закрываем и выходим. Собирается. И такая красивенькая фотография, так хорошо вышла. Цветы в подъезде. Это дедушка рассказывает, на огороде ласка живет в глине. В косметической глине. Набрала торбу. Дедушка заказал сварить холодец. Обожаю это блюдо. В кавычках. Ну что делать? Сейчас будем варить. Что нам трудно? Что? Наговняем сейчас. Полная программа. Ух, девчонки, у меня сушняк. Что это попить? Кофе внутренний. Да, если у тебя есть, то скинем на Киевстар. Потому что у меня на счету ноль. Мне еще ни зарплаты, ни отпускных. Я нуляча, обнулевана. Сейчас поставлю холодец вариться и немножко отдохну. Такая хозяйка страшная, что вообще. На улице хорошо, сегодня тихо, даже ветра нет. Вообще тепло, наверное, плюс 10. Все, всех провела. Наш папа тоже поехал в город по делам. Вот. А я что-то уже уморилась, честное слово, с этим дедовым холодильником. Надо еще у себя в порядок немножко посуду домыть. Фух. Так. И будем разгребать торбу, варить холодец. У меня еще курица там есть, свинина. Сейчас все наколдыбеним, поставим вариться. Вот так. С вами прощаюсь до вечера. Вечером устроим себе мини-спа-салон. Опять будем возюкать маски. Правда? Правда. Варим холодец. Уже довариваю. Уже добавила специи, зелень, куркуму. Вот такую куркуму. Специальная приправа с желатином для холодца. И немножко базилик. Вот зелень, сушеный базилик. И все. И пускай, сейчас сделаю меньший огонь, пускай доваривается еще буквально пару минут. И буду все это дело раскладывать по судочкам. Вот так. Девчонки, видно, что закупка была мужскими руками. Наш папа скупился. Базилик сушеный. Имбирь, хотя у меня имбиря еще очень много, грамм 200-300, куркума, ну корица меня убила, вы видели, у меня целая банка ее есть, ладно, кунжута, 3 грамма, 10 грамм написано, так, это приправа с желатином для холодца, намек на то, чтобы сварить холодец, ладно, приправа к супам и к мясу. Ладно, глотнули, хорошо. Так, яйца, хурма и куча сладкого. У нас папа сладкоежка. Смотрите, сколько сладостей разных. И конфетки. И этот укропчик такой немножко подгулявший. Так, ладно, баклажаны и копченая скумбрия. Вот такой мужской набор. Тушеные баклажаны. С укропчиком. Укропчик, ты спасен. Наш папа на кухне убирает. Грета за ним партизанит. Грета в шоке. Папа моет посуду. Да, Грета? Бедная кошка в шоке. Что там такое, Грета? Папа хозяйничает, да? Папа включил хозяйку. Хочу убрать. Грета, ты ж меня не выдавай. Бедная кошка боится из ванны выйти. Грохот такой стоит. Хозяйка там работает. Кстати, сегодня нашему потомству, Гретиным деткам, ровно 5 месяцев.
Грета, твоим детям уже 5 месяцев. Шугается там. Грета в шоке. Папа моет посуду. Она еще такой картины не видела. Атос, Портос и Арамис. Там у меня на канале есть видео, как я их снимала. Какие они были малюсенькие. Потом подросли, как мы их на горшок учили ходить, на когтеточку. Какая Грета там была замученная, зачуханная. Гретуха! Эу! Грета! Вот так. Смотрю каталог компании 16 Avon. Может, пару штук масок заказать. Вот с аргановым маслом. С ягодами асаи, дерево ши и олива. Что-то сейчас выберу. Посмотрим. Это кто там на моей подушке разлегся? А? Это что за двуглазое такое лохматое? Нормально. Тебе никто тут не мешает. Туалет проводить. Грета? Разлеглась тут. Чё расселась? Иу. Иу. Кто там? Кто там? Греточка, дочь моя, а ну свалила с дивана. Быстренько. Ты чула чи не? Вот так. Ты чудо-юдо. Лохматая. Вот так. Гретуха. Девчонки, добрый вечер. Я уже смываю свой мини-раскрас. Пользуюсь я такой мицеллярочкой. Все ее знают. Я сейчас смоюсь и вернусь. Будем делать маску. Вот такую масочку от Vitex будем брать. Сегодня воскресенье, она у меня на воскресенье. Супер питание, органа и миндаль. Ревитализирующая с ценнейшими маслами для лица, шеи, декольте. Сейчас будем наносить. Будем возюкаться. А что нам? Вот она такого цвета. Такая, знаете, как капучино, типа. Не белая, цвет слоновой кости. Вот, видите, такая, как глиняная. Может, я не дочитала, может, там есть глина. Сейчас я нанесу и вернусь. Да, девочки, здесь есть масло органы, сладкого миндаля, белая глина, которая очищает, освежает кожу, цвет лица придает красивый. Овал более четкий, страшное дело. И грязь мертвого моря. Поэтому она такого цвета не белого, а такая немножко грязноватая. Вот такая. От Vitex. Я уже ее делала несколько раз. Мне нравится эта маска. Она у меня получается почти вся впитывается. Вот я ее ношу, пока она не засохнет немножко. Она так не засыхает. Чуть-чуть такая, знаете, сцепляется с кожей. И у меня... Так как Т-зона у меня жирная, она у меня почему-то больше всего впитывается в Т-зоне. Вот, на щеках, подбородок тоже хорошо впитывает. Все, девчонки, так прошел наш день. Холодец доваривается, скоро я его по судочкам буду разливать. Еще буквально пару минут морковочкой украшу сверху. И все, половину холодца улетит к дедушке под заказ. А я с вами прощаюсь, до следующего включения. Всем приятного просмотра, ставим пальчики вверх и подписываемся на наш мега-супер канал. Всем удачного дня, пока-пока!